22 сентября 2018 год. Харьков. Осенний велодень. Бедненькая. Куда ж ты его, вот это одорубла? Вот это да. Ну ладно. Финишировал велодень. Там можно ж уже опускать. Бросаю. Половина народа рассосалась на маршруте. Где ж мои-то? Попропадали. Ладно, не дойдемся, будем ехать по домам. Тут сейчас еще экскурсия, мероприятие. Но это уже не ко мне. Вот монобайк, как это называется. Моноколесо. Колесо оно и так единственного числа. Да, жарковато. 28 градусов. Как для 22 сентября жарковато. Марк Файв и еще какой-то танк. Все, осенний велодень завершен.